летать. Просто почувствовала свободу. Необъятный простор. Дышала полной грудью. Взамен груза за спиной крылья. Как обратно не хотелось. Это было больше памяти. Мастерить крылья, собирать перышко одно к одному, а еще летала во сне, легко получалось, могла выше. Ниже, парить, прыгать. Проще было, чем ходить. А еще видела большой мир. Было очень тихо. Еще внутри разгорался огонь, настоящий жар. В самом низу разгорался и начинал пробивать дорогу. Расправляя что-то, и тепло, мягкое тепло поднималось, наполняя спину, тело. И в сердце, отпускала в сердце. Вдруг понимала, как там болело, ныло, сжималось. И начинала выходить. Расслабляться, распутываться, освобождаться. Сколько же в моем сердце было несвободы?